Всем привет! Я сейчас нахожусь дома в отпуске и вот решил обновить навигацию. Навигация у меня iGo Primo стоит. Такой вот навигатор. Значит, нашел в интернете, получается, обновление март 2004 года. А у них карты идут, получается, 2003 год Q4. Ну, самое это то, что самое новое нашел, новее ничего не было. Получается, ссылки я оставлю в описании. Ссылку на сайт на сам и есть ссылки для скачивания. Это польский сайт. И там как бы еще есть для навигации таких, которые на Windows CE. И для Android тоже там есть обновление этих карт. Сейчас покажу дальше, что делать. Вот он этот сайт. Я понимаю, тут не очень хорошо будет видно. Ну, тут он получается на польском языке. Ну, все это можно перевести. И тут полное описание, что, как делать, какую папку убирать, какую вставлять. Получается, скачиваем папку эту контент. И потом тут написано, что просто старую убираем, а скачанную вставляем, но только старую не удаляем, вдруг мало ли что. Но я время было, я просто каждую папку перебрал, кое-что в некоторых местах заменил файлы, в некоторых добавил, ну, как получилось. Единственное, что я еще просто, ну, как бы, толком не проверил. Я попробовал там старые адреса, там Франция, Германия, там были загрузки всякие. Находит маршруты, пролаживает, вроде все нормально, но в трассе еще не испытал. Выеду, потом напишу в комментариях. Вот так вот подключил планшет к ноутбуку. Дальше захожу в мой компьютер, нахожу навигацию, вот папка iGo, и вот эта папка контент, к примеру, можно ее просто отсюда убрать, перенести на рабочий стол. А вот эту папку контент скачанную вставить. Я, например, обе папки вот так открыл и каждую папочку смотрел, что там есть, чего нету. Вот, к примеру, открываю карты. Ну, это сейчас у меня уже стоят 23-й год Q4. А до этого, по-моему, 21-й год был. Ну, таким макаром попереносил. Ну, в общем, как-то так. Надеюсь, мой ролик кому-то пригодится, будет полезен. Подписывайтесь, кто не подписался, ставьте лайки, кому нравится. Ну, а так, желаю всем широких дорог, всего самого наилучшего, ну и самое главное, мира. Пока-пока.